Всем привет, это канал Тула Жужу, брат. Привет, это я, Богдан Тузловский, пряник, тоже жрет. И сегодня мы с папой делаем обзор на космического десанта. Та-дам! Да, вот он. Это крутяк. Вы посмотрите на это. Вы когда-нибудь видели такое? Сегодня у нас уже полюбившийся нам конструктор с Лубом, серия «Космический десант». Но только сегодня мы его собирать не будем, потому что Богдан не удержался. Его собрал. Да, и он уже его собрал. И сегодня мы просто делаем на него обзор. Да. Так он выглядит на картинке. На картинке он уже выглядит улет. Это просто бомба. Здесь одна мини-фигурка. Так. Защита от ночного нападения. Модель М38Б0336Б. 139 деталей. Возраст 6+. Так, все это выглядит. Так. Значит, наша модель, это вот эта модель. А есть еще две модели. М38Б0336А NASA Охотник и М38Б0336С Штурман. И если соединить все эти три модели, то получится вот такой мощный, огромный М38Б0337 генерал Руин. Но только надо искать в интернете. Да, вот здесь написано, пожалуйста, зайдите на официальный сайт и скачайте инструкцию по применению Кэстон General of Ruin. Если у вас это есть, тогда вы можете зайти в интернет и посмотреть. Вот. Мы обязательно найдем все эти оставшиеся две модели и соберем этот супер-супер пупер космический десант. Десант, да. Надо по-любому собрать эту коллекцию, да, Богдан? А теперь мы что делаем? Так, ну с коробкой все. А теперь мы... А, тут вот еще изображено тоже светящиеся элементы. Ну, я так понимаю, в темноте, то есть если направить на них свет, то они, наверное, будут светиться. Так, ну что? А теперь мы переходим к самому космическому десанту. Да. Ну-ка, друг, вы не есть на канал, подпишись. Вот он, вы посмотрите на это чудо. Блин, я просто балдею от этого робота. Это просто чума, просто чума. Это круто. Вот так он выглядит, наш робот в сборе. Очень круто. И крутость ему придает вот этот белый цвет с черными отдельными как бы элементами. Очень это как бы эффективно выглядит.
Если бы он был полностью черный, это бы он не выглядел бы так круто. Это вообще ништяк, бомба, взорвется. В верхней части расположена кабина оператора. Покажи, где расположена кабина оператора. Вот. Да. В ней, собственно, и находится сам космический десант. Мини-фигурка космического десанта. Угу. Покажи поближе, чтобы видно было. Видно фигурку? Покажу. Вон там, видите фигурку? Это и есть фигурка. Под кабиной щиток. Вот щиток. Так он вот немного поднимается, как бы особой роли он не играет. Вот когда ему кто-нибудь попадает, он так и пуля отлетает. Но с другой стороны, если бы не было этого щитка, то он бы смотрелся немножко стрёмней, я так думаю. Как бы щиток ему капельку крутости тоже придает, да? Угу. Это бомба! С левой стороны от кабины расположен такой вот вращающийся пулемет. Покажи. Вот он. Да, вот так. Еще не вращающийся. Так, также он еще вот так откидывается. То только очень легко разбирается. Это как бы такая имитация того, что его можно перезарядить. И вот еще. На конце пулемета стоит светящийся элемент. Угу. Вот он. Да. Ну, просто мы когда фонарик там... Да, если вот ночью зажечь фонарик на него, то он как бы так светится. Ну, так немножко, мы пробовали. Да. С другой стороны находится то ли лазерная, то ли такая пушка, то ли ракетница. А я так думаю, что это лазер такой, что тут такие крутые. Тоже на конце два светящихся элемента. Всевозможные тут такие шарниры. Эти шарниры позволяют придать ему любое положение. То есть даже можно вот на одной ноге поставить, он будет стоять. Даже можно как бы фотосессию робота сделать. Можно. Мультик! Да, можно мультик или мини-фильм какой-то. Угу. Чик сфоткали. В общем, очень крутой робот. Бомба! Пожалуй, единственным минусом я могу назвать наклейки. Но я думаю, в будущем производители этого конструктора будут все-таки использовать принт. То есть рисунок на отдельных деталях. Потому что наклейки со временем начнут отслаиваться. Как бы это будет выглядеть некрасиво. Но даже без наклеек этот робот будет выглядеть очень круто. Да? Угу. Ну что, пожалуй, на этом мы заканчиваем наш обзор. Мы надеемся. Модели М38Б0336Б. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был канал Tula's Gingerbread. С вами был Богдан, тульский пряник. Да. Всем пока. Я надеюсь, что вам понравилось. Пока.